15 июля новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Капремонт – дело тонкое. Жильцы и подрядчик. Новые выплаты. Пенсионный фонд сообщает. Активный отдых на Бузовой – наш фоторепортаж. Рабочий визит. Депутат Госдумы в гостях у Печоры. Семейная история. Горожане о своих реликвиях. Слет победителей. Студенты Печорского техникума на московском квесте. Что такое счастливая семья? Наши почемучки. Нашли на страничках еженедельника фирменный синий штампик? Поздравляем! Вы стали обладателем 500 рублей от нашего еженедельника. Победителем детской странички на этот раз стала Кира Логненко. Она получила сладкий подарок. А наш дополнительный денежный приз не достался никому и стал больше. Играйте и выигрывайте. Как всегда в номере, программа телеканалов, кроссворд, сканворд, гороскоп, конкурс эрудитов на знание истории нашего города. И, конечно, объявление. Вы всегда можете купить, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник – газета постоянных конкурсов.